Сегодня в Оренбурге проживает 234 тысячи инвалидов, а это 11% всего населения области. Создать этим людям равные с другими жителями области возможности и обеспечить им беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, общественному транспорту, социальным льготам и призвана программа «Доступная среда», бюджет которой в этом году составил почти 29 миллионов рублей. Это пенсии по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты, набор социальных услуг, в которые входят бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения. Также в рамках этих льгот существует 50% скидка с оплаты жилищно-коммунальных услуг. С 1 января 2010 года выплачивается ежемесячная денежная компенсация. Бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Среди мер, направленных на повышение качества жизни инвалидов, отметим ежегодную реконструкцию сотен специальных объектов для людей с ограниченными возможностями, таких как пандусы, кнопки вызова персонала и другие. Кроме этого, с 1 ноября открыты реабилитационные центры в Оренбурге, Медногорске и в Бузулукском районе. Дополнительное развитие эта социальная программа получит и в будущем году.